Gabriel Fedor, Gareth Bass. Как будто отборолся 10 раундов. Тяжело что-то. Это просто воскресенье. Наверное. Вот смотри, ты здесь самый опытный из всех присутствующих на семинаре. Для продвинутого юзера это полезный семинар? Очень. На самом деле я там те же детали, я думаю, что я хавгардом. Знаю, как проходить, но с многими там плеерами в хавгарде, кто хорошо им пользуется, буксовал в некоторых моментах. Сейчас он развеял этот туман. То есть это который не... создавал жижу под моими колесами, когда начинались буксы в хавгарде, да? Очень такие элементарные детали, которые мне не хватало, там, те же эти часы, там, где прихватить штанину, там, чтобы ее растянуть не в районе колена, а в районе икры, чтобы ногу больше растягивать можно было при проходе. Очень полезно. Да, вот эти техники работают, если весить не 100 килограммов, а, скажем, 70? Не, на самом деле работают, я сам использую очень часто эти вещи, но сегодня для себя, опять же, я несколько полезных тонкостей в выполнении этих техник заметил. Я тоже, ну, большую часть из них знал до этого, но сегодня для себя подчеркнул, то есть, некоторые элементы, некоторые детали, которые помогут еще лучше делать этот прием, еще четче, еще мощнее, так сказать, и определенный контроль для себя открыл для того, чтобы фиксировать, стабилизировать соперника. Правда ли то, что у каждого черного пояса, ну, у которого есть своя компетиторская практика, в каждой, казалось бы, известной технике есть свои мелкие, но очень важные наработки, которые вот... Да, совершенно верно. Вот. И в том числе у меня есть какие-то свои вещи, которые я, ну, больше сам как-то к этому пришел, прочувствовал, да, потому что, опять же, относительно физиологии человека, да, его там психотипа, все мы по-разному мыслим, все мы по-разному чувствуем. И относительно этого открываются какие-то дополнительные какие-то чувства, да, контроля, захватов, и которые используются. Соответственно, Габриэль, у него есть определенная такая масса, да, мощная, вот, которую он использует. Вот, но несмотря на это, мы можем заметить, что он всегда очень подчеркивает то, где его центр тяжести находится, где его контроль, где его одна рука, где вторая рука, как двигаются ноги. И все вот эти нюансы, все эти детали, соответственно, помогают решить очень много таких проблем, которые могут возникнуть при обходе гарда. Когда мы увидим смарт-семинар от Дауда Адаева? Совсем скоро. Ждите, скоро будет анонс, и я думаю, будет интересно. Я очень хочу действительно с умом, с головой подойти к этому смарт-семинару, показать очень интересные вещи, многоходовки, чувство action-reaction, да, действия противодействия, когда соперник будет прилагать какие-то усилия, и мы будем использовать эти усилия против него самого. Искать мягкий путь. Будем искать мягкий путь вместе, приходить. What's up, guys? Here's Gabriel Lucas. I will be a checkmate in Moscow all this weekend. Come on, train with us.
We have a tournament in the weekend, so we have a camp this week here. It will be amazing to see everybody. Okay, see you.